Какой огромный! Ребята, посмотрите, какой босс! Вот этот огромный босс! Ого! Давайте его с пулемета! Вау! Огнем, огнем! Ребята, мой дом горит! Спасите, пожалуйста! А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами как всегда Юра, и сегодня мы будем продолжать играть в игру Swamp Attack. Так, ну что ж, мы уже с вами дошли очень и очень далеко. О, ребят, у нас опять быстрые миссии открываются, это просто отлично. Так, и будем начинать с 11 уровня. Так как 10 предыдущих уровней 5 эпизода мы уже с вами прошли. Ну что ж, давайте начнем и посмотрим, на что способна данная атака. И что мы, какой нас босс ждет, ребята. Нас же еще здесь ждет босс. Сейчас мы и посмотрим, на что способен данный... Ах ты ж такой! Смотрите, давайте выстреливать будем, потому что их не видно. Насколько радиоактивная здесь... поле, их просто не видно, ребят. Я просто их не вижу, своих противников. Так, а ну давай. Ух, бобер, смотрите, пошел какой большой. А у меня против бобра есть пианино, держи. Все, отлично, или рояль. Ну, какая разница, в общем. Держи еще один. Еще держи. Так, подождите, ребята. Дайте мне, пожалуйста, стрельнуть. О, из этого оружия. Вот это отлично. Оно, посмотрите, как оно косит всех этих нехороших. Посмотрите. Ох, отлично. Всех перемочу. Всех. Сколько же вы еще будете идти, а, ребята? Я не знаю. Прям я хочу уже сразиться с вашим боссом, но все же я вас до этого должен убить. Так, давайте кинем ядерную бомбу. Ого, ребята, вот это да. Вот это я понимаю. Так, давайте теперь вот этими электрическими штуками электричество им дадим немножко, пускай немножко поджарятся. Ну, сколько же можно. Так, она тебе вот такой вот. На тебе еще такой вот самолет. Так, на еще получаю. Все, отлично. Так, ребятки, ну что ж, мы этот уровень с вами с легкостью одолели. И переходим с вами на другой уровень, на 12-й. Так, что нам нужно взять? Хочу я взять, пожалуй. Давайте пускай лучше будет дробовик вместо двухстволки. И еще я хочу себе оружие, вот такое, космическое оружие я хочу взять. Давайте выкинем кислотомет, а возьмем космическое оружие. Так, что у нас здесь насчет взрывчатки? Нам нужны аккумуляторы, и нам нужны самолеты, и ядерная бомба нам нужна. Все, давайте теперь перейдем к 12 уровню. На 24-м нас ждет босс. Так что, ребята, еще 10 уровней и будет нам босс. Так, ну что ж, давайте. Погнали. Так, кто готов против меня сражаться? Получи. Ой, сколько. А я буду миниганом всех валить. Вообще, очень мне нравится этот пулемет. О, ребят, мы забыли пианино взять. Ничего. О, какие-то новые пошли эти, ребят. Какие-то мутанты новые, посмотрите. Идет такой мутант, ни в чем себе не отказывает. На тебе ток. На. Ох, мою оборону уже зацепили, ребята. Моя оборона уже зацеплена, надо отбиваться. Коровы мутированные, давайте вас будем просто поодиночку уничтожать, чтобы вы меня никаким образом не трогали. Так, отлично. Так. Ох, ты ж такой. Вон, посмотрите, идут какие мутанты. Ах, вы, да, мутировали, да? Ну ничего, мы всех мутантов перебьем на этом
озере, на нашем болоте. Мутантам здесь не место, так что уходите прочь отсюда. Уходите, 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 уходите. Так, 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 отлично, отлично, ребятки. Теперь у нас есть возможность больше стрелять, потому что патронов не нужно на них жалеть. Не нужно жалеть на них патронов, не нужно все обоймы выстреливать в этих нехороших животных, которые мутировали. Так что, ребяточки, нужно быть очень аккуратным и бдительным. Так, ну что ж, ха-ха-ха. 13 уровень у нас. Болото проклятых. Получи, 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 получи. Она тебе таким оружием космическим. Получай. Всех током перебью, ха-ха-ха. Посмотрите на их скелеты. Какие прикольные скелеты у них, ребятки. Так, 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 отличненько, отличненько. Так, все супер пока что. Все пока что супер. Космическое оружие мне довольно-таки нравится. Посмотрите. Я могу ним убивать кого захочу. Так, давайте, наверное, аккумуляторами закидаем немножко их, потому что они сейчас опять кубой пойдут. Пускай их хоть током бьет там. Пускай их хоть током убивает потихонечку. А там посмотрим. Так, давайте возьмем миниган и поможем, чтобы они быстрее эти крокодилы растворялись. Давай, давай, стреляй, стреляй, стреляй. Стреляем, 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 стреляем. Отлично, отлично, отлично. Просто супер, ребятки, просто супер. Отлично, отлично. Вот это да, вот это я понимаю. Так, отличненько. 13-й эпизод завершен. И мы продолжаем дальше нашу замечательную игрушку. Переходим на 14-й уровень. Так, бешеный сгусток. Ребята, мне кажется, наверное, здесь какой-то бешеный сгусток будет. Что-то мне так кажется. Нате, мы тебя ракетами. Бабах, получай. Получи, 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 получи. Нехороший сгусток, да, да, да. А на тебе самолет из воздуха. Жу. На, еще получи. На, еще получи. А так, а на болоте я свое болото никому не отдам никогда. Так что можете отсюда убираться прочь из моего болота. Пошла война, пошла, ребятки. Так, давайте аккумуляторы. Давайте, пошел, 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 пошел. Давайте опять воздушная атака с воздуха. Пошел, 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 пошел. Ох, отлично, ребятки, отлично мы с ними справляемся. Отличненько. Так, давайте бросим на кого-то рояль. Почему рояли не падают? Ох, отлично, рояли уничтожают всех, кто попадается на пути. Так, давайте ядерную кинем. Вау, вот это круто, ребята, посмотрите. Ядерное оружие практически уничтожило всех. Ах ты, мутант, посмотрите, кто идет. А мы их током. Посмотрите, у них скелет тоже из шестеренок. Вот это прикольно. Давай током всех перемочим, всех перебьем. Ох, отлично, отлично. Так, 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 ребятки, подождите, у меня закончилось все. У меня все закончилось. Будем отбиваться обычным дробовиком. Получай, 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 получай. Обычным дробовиком будем отстреливаться, потому что не могу я. Так, давайте аккумуляторы еще кинем. Пускай им током немножко побьет. Ох, их раздваивается, их раздваивается. Убегайте, 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 убегайте. Ух, ребята, еле мы смогли отбить атаку на болоте. Так, уровень 14 пройден у нас. Отличненько. Просто какого-то у меня нету боеприпасов. А боеприпасы у меня
почему-то поменялись на другие. Вот это вот я уже не знаю, что это даже и такое. Так, теперь мы с вами отправляемся в оружейную. И здесь меняем оружие на миниган. Все. О, 15 уровень, ребят. Это уровень НЛО. Реально круто. Реально круто. Но не круто то, что НЛО у нас забирает это самое оружие. И таким образом оставляет нас практически без ничего. Оно улетает. Все, ребята, у нас нету оружия. Спасите, помогите, пожалуйста, дайте нам оружие. Мы хотим забрать. Так, сбиваем тарелку. Опа-ча, все, получили. Получили рояль. Бабах, все, отлично, отлично. Так, едем дальше. Кроме рояля, что у нас еще есть, ребятки? Ох ты ж, смотрите, вылез военный. Вы видели, аж каска улетела. Я так сильно ударил с ружья, что у него аж каска улетела. Так, посылаем на коров воздушную атаку. Вторая воздушная атака. Прием, пошел, пошел, пошел. Дом горит, ребята, тушите дом. О, атомная бомба, ребят, круто, не правда ли? Сейчас мы ее скинем на что-то. Пускай только появятся они, и мы скинем атомную бомбу. Так, ну давайте. Кто там идет? О, давайте, давайте, давайте. Вау! Отлично, атомную бомбу скинули. Ой-ой-ой, идут, 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 очень много. Вторая атомная бомба, спасай нас. Бабах, отлично. Все, ребята, у меня дом загорелся. Надо что-то делать, надо как-то тушить. Воздушная атака, просим поддержки. Ох, отлично, отлично. Просто супер. Замечательно, просто фантастика. Отлично. Ох, да, аж каска слетела. Бросили рояль ему на голову, и у него слетела каска. Вот это прикольно, ребятки. Вот это в действительности прикольно. Так, ну что ж, продолжаем двигаться дальше. И таким образом переходим на новый уровень. Уровень у нас уже будет 16, ребятки. Так что поехали. Ребята, скоро босс. Не забывайте, что скоро мы уже будем сражаться с боссом. Я не знаю, что это за босс. Я хочу на него посмотреть. Кто он и из чего он слеплен? Так, получай, получай. А током не хотите ли удариться? Подходи еще, всех ударю током. Давайте миниган, если не боитесь тока, нате вам миниган. Вот миниганом вы будете получать у меня. Получи, 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 получи. Отлично, отлично, отлично. Получай, получай, получай. О, круто, просто круто. На, еще, 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 еще. Получи, получи, получи. О, да, ребята начали уже стрелять, посмотрите. Так, кто, кто, кто следующий, ребята? Давайте атомную, наверное, кинем, да? Вау! Отлично, отлично. Так. Поддержка с воздуха. Прием, прием. Пошел, 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 пошел. Вот это я понимаю, арсенал у меня. Вот это да. Нате, получайте. Ба-ба. О, отлично, ребята, уровень 16 пройден, мы переходим на 17 уровень. Отличненько. Так, что нам нужно взять из патронов? Из патронов нам нужно взять обязательно боеприпасы для лазерного оружия. И из этих нам надо взять воздушный удар и ядерную бомбочку. Все, поехали, ребята, на новый уровень. Погнали. Странные болотные существа. Что, еще какие-то новее, да, ребят? Наверное, еще какие-то будут существа, которые новее всех существ. Получи, 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 получи. Ого, сколько их. Посмотрите, сколько их много, ребят. Правда, их очень много. Ах ты ж такой, на тебе, он сейчас тебе ответит. На-на-на-на-на, получи, получи, получи. Так, проходим дальше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, дом горит, пожалуйста. Пожалуйста, не трогайте мой дом, наш дом горит, ребята.
Посмотрите, наш дом загорелся, и у нас просто жизни. Просто... Просто у нас уже нету жизни, ребят. Как так, да? Где это? Где это существо, которое лезет, а? А, вон оно, ест. Ест мои эти. Мой дом, я думаю, кто там ест? Все, убили. Какая-то пирань там, ребята. Это какая-то новая пирань, которую мы уже убили только что с вами. Ух, отлично, отлично. Просто отлично. Так, кто следующий? Бррр, атака с воздуха. Пошел, 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 пошел. Всех перестрелю. Всех, подходите по одному. Подходите по одному, я вас всех застрелю сейчас из своего пулемета. Я вас выпущу миллиард пуль. И я таким образом выиграю эту битву, потому что я не привык проигрывать. Так, давай, 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 давай. Оп, уточка. Все, отлично, 17 уровень пройден, ребятки. Это просто отличненько. Так, продолжаем дальше, дорогие друзья. Так, давайте заберем, естественно, наши боеприпасы. Так, и, собственно... А, рояль еще давайте. Все. Теперь уже мы все взяли и переходим на 18 уровень. Погнали. Пожалуйста, не ешь мой дом, уровень называется. Ты что, кто будет есть мой дом? Я всех перестрелю, ребята, я не шучу. Я вам говорю серьезно. Этот пулемет не щадит никого. Так что перед тем, как нападать на мой дом, на мое болото, внимательно подумайте. Ведь я могу вам отомстить, еще и хорошо отомстить. Ох, ты такой, ох, ты такой, ох, ты такой. Отлично, отлично, отлично. Давай, 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 давай. Там пиранья, походу, выбрала и на бомбу наступила и взорвалась. А нет, то не пиранья, то какой-то жук непонятный, который говорит мне: «Я тебя съем!» Да, крокодилы, я понимаю, что вы служите в армии США, но я вас все равно прибью. Я понимаю, что вы в касках такие все модные, здесь ходите пуленепробивными жилетами, но вы знаете, что я вас все равно перебью током. Перемочу током конкретно, перемочу током. Так, на, получи. Кто-то там идет, а мы атаку с воздуха еще проведем. Пускай самолеты их немножко подбомбят, этих крокодилов, которые идут к нам. Так. Ох, а вот и они опять. Давайте атомную кинем. Вау! Круто! Всех убили, ребята, всех убили и прошли 18 уровень. Это просто отлично. Просто отлично. Лучше и быть попросту не может. Так, так, так. Давайте возьмем вот это. Рояль у нас на максимуме. Давайте возьмем аккумуляторы. И вперед. 19 уровень. 20 уровень это опять, ребятки, будет НЛО. Ребята, через 4 уровня уже будет босс, представляете? Сейчас посмотрим, кто он и с чем его едят. Давай, давай, получи, 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 получи. Так, стреляем, 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 стреляем. Получай, получай, получай. Получай, 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 получай. Ух ты, какой, ребята, они уже... Ух, я думал, они так близко подойдут, что просто съедят мои все... Все, нате вам, роялями забросаете. Я не видел такого, чтобы вы подходили настолько близко. Давайте, атака с воздуха, прием, прием, помощь. Помогайте, помогайте, истребляйте. Так, 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 едем дальше, ребятки. Подождите секундочку, давайте вам вот эту, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую. Отлично. О, пиранья летающая. Ха-ха-ха-ха-ха. Что это такие за кусючки, а? Так, давайте возьмем пулеметы. Перестрелим все равно их всех.
Отлично, ребята, 19 уровень пройден, и это означает, что мы переходим на новый уровень, который называется НЛО. Давайте перейдем на уровень НЛО и посмотрим, что у нас здесь. Так. Отлично, так. НЛО у нас все уже забрало, как всегда. И теперь нам приходится, ребятки, довольствоваться тем, что у нас есть. Дайте, пожалуйста. О, космооружие. Нате током. Получи. Ха-ха-ха. Опа, один аккумулятор есть. Давай, бросай его. Ох, отлично. Мини-ган на 100 штук есть, ребятки. Все, 100 штук патронов мини-гана я уже уничтожил. Как так-то? Убейте, 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 убейте его. О, еще один есть аккумулятор. Бросайте его в воду. Так, отлично, отлично. Огонь, огонь, огонь. Пошел, 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 пошел. Пошел, 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 пошел. Давайте, 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 давайте. Так, рояль тому корове. На, получай. Ха-ха-ха. Получилось свой рояль. Так. Ох, там стреляют из космоса какого-то оружия в меня уже. Так, подождите, 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 дайте мне миниган. Так, ребята, у меня инопланетяне стреляют, так что надо их истребить. Так, НЛО, дай мне оружие. Дало рояль мне, ну ничего, рояль тоже неплохо. Все, убил рояль. Так, о, космо-ружье, 100 штук, отлично, так. Отлично, убили мы током. Вау, 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 вау. О, миниган, ребята, миниган. Так, током всех перебью. Так, дайте мне миниган. А то ребята подходят. Ой-ой-ой, выстреливай, выстреливай. Посмотрите, моя жизнь уже пропадает. Дайте мне. Все, отбились, ребята. Еле мы атаку НЛО эту отбили. Фух. Я думал, что я уже не справлюсь попросту. Так, передвигаемся дальше, но на 21 уровень. Так, отличненько. Боеприпасы все у меня на месте. Опа, мы открыли миссии. Быстро. Отлично. И передвигаемся на 21 уровень. Ребята, на 24 уровне нас уже ждет босс. Вы представляете? Совсем еще осталось немножко. Так, ну да. Если начинаем бой, то мы тогда идем в бой. Поехали. Ах ты ж такой, а? Ах ты ж такой. На тебе, получи, 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 получи. Получи, получи, получи. Ах ты такой ненормальный. Подожди, сейчас мы тебя расстрелим с легкостью. У нас есть пулемет, а патроны очень много. Мы будем сюда стрелять постоянно. Получай, получай с пулемета. Всех перекошу, всех перестрелю. Сейчас ядерную бомбу буду кидать. Раз к вам не доходит, бабах. Атака с воздуха. Прошу поддержки. Прием. Поехали. Вот эта война пошла. На еще. Получи. 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 Опять плывут скунсы, плывут, плывут скунсы, ребята, они вонючки, вонючки плывут. Коровы опять идут, да что, сколько же вас здесь будет, да, сегодня? Фух, я уже устал, ребятки, отбиваться от них реально очень сложно. Так, 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 едем дальше. Так, берем боеприпасы, пополняем воздушный удар, берем рояли и ядерную бомбу, конечно же, ну что ж. Переходим на 22 уровень. Так, что за босс там такой страшный нас ждет? Я даже и не знаю, ребята. Посмотрим сейчас. Так, ну что, коровы уже... Ого, сколько. Смотрите, сколько комаров модифицированных здесь. Он кто ж такой, а? На, получи, получи. Получай, получай, получай.
Да сколько же вас будет, а, здесь? Вас просто куча здесь. Я не знаю, как вас надо истреблять уже, ребятки. Так, давай, пошел. Атака с воздуха, прием, вызываю снова атаку. Давай. Помогайте. О, 4 коровы мы убили сразу, ребят. Одна корова успела попасть в мой дом, и мой дом загорелся. Как так? Да, подождите. Атака с воздуха, помогайте мне. Отлично, ребята, 22 уровень. Просто мы прошли с легкостью. И теперь у нас 23 уровень. Так, 23 уровень у нас, это означает, что мы уже подбираемся к боссу, потому что через один уровень мы уже встретимся с боссом, дорогие друзья. Ну что ж, ребята, поехали. Нам осталось пройти этот уровень, и мы встретимся с боссом. Монстры-слизни. Так, ну вот эти слизни. Давайте от них как-то будем отбиваться. Так, слизни, я не понял. Как вас уничтожить, а? Ого, вы разваиваетесь. Так, от этих слизней мне же надо как-то уберечь себя, ребят. А это означает, что нам нужно срочно какие-то предпринимать меры. О, хорошо. Отлично. Все, ребят, мы уже практически всех перемочили. Давайте кинем ядерную, наверное, потому что очень много. Нет, еще раз. Давайте бросим все-таки. А слизни не убивает ядерное оружие, ребят. Слизни не убило мое оружие. Их убил сосед Вася и медведь, который бросается у меня бомбами. Так, воздушная атака. Это очень хорошо. О, еще одна есть бомба. Круто, давайте ее. Баба! Отлично. О, убила, смотрите, убила. Я думал, не убьет. Так, подбираем. Током пускай их валит. Всех, пускай током всех поубивает. Чувствую, скоро будет босс, говорит соседушка. Ну что ж, ребята, перейдем к боссу все-таки. Так, надо подготовиться, купить себе самолетики, купить ядерную бомбу. И, наверное, вот это вот взять. Да и все, хватит. Все, поехали. Так. О, ребята, посмотрите, какой он страшный. Смотрите, сколько глаз у него. Вот это да, вот это дает он. Вот это он, конечно, гонит. Так, едем дальше. Что у нас? Это пока его защитники. А нет, вот он уже идет. О, какой огромный. Ребята, посмотрите, какой босс. Вот этот огромный босс. Ого, давайте его с пулемета. Вау, огнем. Ребята, мой дом горит, спасите, пожалуйста. Пожалуйста, мой дом горит, пожалуйста, спасите. Давайте ядерку на него кинем, посмотрим, что с ним будет. О, ядерная бомба не помогла. Давайте его роялями забросаем. Тоже не помогает. Ребята, давайте атака с воздуха. Атака с воздуха, пожалуйста, давайте атака с воздуха. Ребята, не помогает атака с воздуха. Никто меня не слушается, кроме моего пулемета. Мой пулемет должен его уничтожить. Давай еще немножко. Я не хочу сгореть, я тебя убью все-таки. Да, ребята, да, мы победили босса, этого страшного босса. Мы просто победили, он хотел нас сжечь. Год спустя. Так, ребята, здесь показывают, что год спустя уже. Прошел год, и здесь... О, ребята, здесь остров, смотрите, с глазами. Вот это тут мутировало все. Ого, вот это да. Ребята, мы открыли с вами 6-й эпизод, и мы, наверное, будем брать в оборону тетю Клаву. Это такая новая подруга. Так, ну что ж, дорогие друзья, этот эпизод подходит к концу. Мы с вами в этой игре проходили Swamp Attack, охоту на болоте или атаку на болоте, или, как еще в народе говорят, охотник на крокодилов. Мы с вами проходили 5-й эпизод, замочили с вами огромнейшего босса, который мутировал, на дракона был похож.
И что ж, ребяточки, вы были на канале Вечное Детство. С вами был, как всегда, Юра. Ставим лайки, комментируем видосики, подписываемся на мой канал. И до скорых встреч в следующих моих видео. Пока-пока, дорогие друзья.